И это Стас снимает свой милый влог. Да, вот. И сегодня... Привет, маленькие говнюки. И большие тоже. Подписывайтесь на канал Стаса Агапова. И ставьте дизлайки. Да. Ну, мне похуй. В общем, короче, едем мы втроем на батуты, потому что сегодня день халяв. Сегодня открытие какого-то торгового центра, а не торгового центра, а батутного центра. Смотри, бучкуем, бучкуем, бучкуем. И, короче, там, где халява, там и мы. Поэтому ждите нас там. Приблизительно. Ребят, тут нереально круто, у меня немного трясутся рука, я немного только что попрыгала, короче, это такой экшен реально, ты подлетаешь и не чувствуешь своих органов. И сейчас Стас будет меня, наверное, чему-то учить. Но если я сломаю себе шею, то, ребята, знаете, это был мой последний влог, я вас очень сильно всех любила. А сейчас я просто пойду со Стасом прыгать. Стас, мы идем с тобой прыгать? Конечно. Мы идем прыгать, мне страшно, мне уже страшно. А вот теперь я начну с Томку, пожалуй. Не, ну реально, походу, выглядит так легко, блядь, сделать, походу, пизда тяжело. Он еще что-то шорт надел по титрам, видишь ее? В общем, мы прыгаем на батутах, мы уже в середине. И сейчас я буду учить Пашу ебашить петушки. Я уже очкую, ребят, я уже в натуре стрёмную. Я чувствую свою шею нереально поломанной и уже, по-моему, она сломалась. Я еще ничего не делала, она уже поломалась. Слышишь, удивительно, что гонщика нет, он всегда на халяву ей снимать. А ну, чуть-чуть дальше, видишь, чтобы хорошо подойдет. Вставай! Там пока занято, мы, короче, решили, блядь, не страдать хуйней, не ждать их, а будем, короче, лазить на вот таких вот няшных штучках, которые у меня сзади за спиной. Сейчас Сашка пока что умеет. Я не знаю, но я никогда по таким штукам не лазил, но мне уже интересно. Стас, я хочу, чтобы ты упал головой вниз. Андрей, как вам это? В общем, мы решили тупо беситься и страдать всякой хуйней. Я решила просто делать поворотки назад. Ребят, вы этого никогда не видели. Я на самом деле просто лажу по крышам. Короче, я сейчас планирую уже уезжать домой к Стасу с Андреем. Уже уехала.
говорила. Сегодня мы едем к Саше. Сегодня единственное, что светит Саша, это вот такая вот хуйня. Сегодня Саша не доберется до камеры, потому что я здесь сейчас я со Стасом. Сегодня мы едем к Андрею, ой, к Стасу с Андреем. И будем там сегодня тусить. И наконец-то меня никто не оттягивает назад. Потому что они устали. Я тоже устала. Но мы сейчас едем к Стасу и будем тусить с его собакой. Фух, как же я устала, ребята. Только не сильно летит. Красава. На самом деле это говно полное. О, есть. Говорите что-то одно, я вас я спизжу и все. Давайте по слову, блядь, еще говорить. Здесь должна была быть самая эпичная концовка. Короче, ребята, мы наконец-то... Самая эпичная концовка. Мы наконец-то вышли, и мы довольны тем, что тут происходило. Мне тут очень понравилось, ребятам тоже, конечно, понравилось. И все было, короче, очень круто. А они даже не помылись. Это эпичная концовка называется. Это эпичная концовка, именно, да. Вот, короче. Что обычно говорят в конце? Говорят, ставьте дизлайки. Да, кто-то смотрел вообще концовку в каком-то видосе? В твоем смотрел. Я со Сагапом, подписывайтесь на мой канал, пока. У меня такого не было ни разу. Короче, мы не знаем, что сказать, просто пока. Просто пока. Run.